Израильские археологи обнаружили кладбище филистимлян на юге страны. Такая находка может пролить свет на происхождение этого библейского народа, истоки которого остаются до конца неизвестными, сообщает сайт Christian Post. Кладбище было обнаружено на южном побережье Израиля, близ внешней стороны стены древнего Ашкелона, крупнейшего города филистимлян. На кладбище обнаружены останки 211 тел, и оно датируется периодом с 11 по 8 век до нашей эры. Находка считается чрезвычайно важной, поскольку в ранее найденных городах и иных древних памятниках филистимлян никогда не находили такого количества останков, чтобы можно было изучить происхождение этого народа. Даниэль Мастер, профессор археологии, заявил: «Мы многие десятилетия исследовали памятники наследия филистимлян, и вот, наконец, мы встречаемся лицом к лицу с ними самими. Эта находка приближает нас к разгадке секретов их происхождения». В сообщении журнала National Geographic отмечается, что филистимляне заслужили славу самых известных библейских злодеев, принадлежавших племенам необрезанных жителей побережья на юге Израиля и полосы Газа и постоянно воевавших с израильтянами.